Красногорская городская больница номер 2 проводит вакцинацию от новой коронавирусной инфекции на дому для маломобильных пациентов. Для этого вам нужно будет позвонить по телефону 8 499 490 13 95. Записаться можно точно так же, и если приходят ваши родственники в регистратуру к нам, можно записаться у участкового врача. Когда приедет бригада, вам необходимо приготовить документы. Это паспорт, СНИЛС и страховой полис. У кого нет страхового полиса, могут приготовить паспорт и СНИЛС.